высказывание Медведева по поводу того, что правительство уйдет в отставку, рано или поздно абсолютно правильное, действительно, любое правительство рано или поздно уйдет в отставку. Каковы будут изменения в нынешнем составе кабинета министров, не моя компетенция, к сожалению, не могу ничего пояснить по этому вопросу, но, наверное, можем предположить, что будут уходить не эффективные чиновники, а приходить эффективные чиновники.